Приисковый. Крошечный сибирский поселок, затерявшийся на высоте 850 метров над уровнем моря, в старых горах Кузнецкого Алатау, на границе Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области. Поистине райское место для фрирайда с разнообразными склонами и уникальным оснежнением. И если для одних фрирайд в Приисковом – сама цель, то для других горный поселок – лишь промежуточный пункт в большом путешествии. А начинается оно в Швейцарии. Нашей. В сибирской Швейцарии, в альпийской деревне у подножия горы, на лыжном курорте горная Саланга.